Привет, друзья! Ну вот, похоже, пришел еще один момент выпуска ответов на вопросы. Меня часто спрашивают, особенно в последнем видео или предпоследнем, о том, почему я покупаю рыбу в супермаркете, а не иду ее ловить. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, попытайтесь не судить оценочно, да, а вникнуть в тот образ жизни, которым мы живем. То есть для вас яхтинг — это что-то романтичное, это что-то находится вот там на выходные в Средиземке. Конечно, безусловно, так можно ловить рыбу, и это вы получаете от этого удовольствие. Но в нашем случае мы на лодке живем. А теперь просто примерите нашу ситуацию на себя. Вы работаете, не знаю, там, в офисе, занимаетесь каким-то видом деятельности, и вот у вас приходит время, когда вам нужно купить продуктов. А что вы делаете? Ну, хочется же кушать, это понятно. Вам нужен рацион, то есть там рыба, мясо, овощи. Предположим, там, ну, крупы не берем, но берем вот этот базовый набор. Вы берете удочки и едете на рыбалку, потому что как еще можно добыть рыбу, когда хочется кушать? Вы начинаете ее ловить. Ловите там, вы хотите лосось, но попадается только лящ. Ну, окей, хорошо. Вопрос предпочтений, мы можем даже закрыть на него глаза. Что попалось, то попалось. Давайте возьмем дальше. Вам хочется мясо. Где мясо взять? Ну, естественно, где? Взять ружье, поехать в лес там и убить кабана, например. А как же можно мясо еще достать в современном мире? Если нужны овощи, то, ну, если у вас есть дача, хорошо. Если дачи нету, ну, значит, нужно арендовать кусок земли, на нем высадить картошку, допустим, там высадить морковь, там зелень посадить, помидоры. Нормальная тема. Вы же хотите кушать, вам же не нужно просто получить еду, вам же нужен процесс. Точно такая же история и с нами. Это выглядит, как будто мы на отдыхе, но это стиль жизни. И если мне хочется рыбы, мне нет смысла выходить в море ловить. То есть, если я хочу отдыха, именно рыбалки, я это могу понять. Но в данном случае мне нужна просто рыба. Я ее иду в супермаркет, и как любой человек в современном обществе, я ее покупаю и жарю там или готовлю. Берем второй вариант, экономический. Сколько стоит 1 килограмм рыбы? Ну, неважно, 2 килограмма, 3 килограмма, сколько вы ее поймаете. Выходя в море, вам нужно лодку, ну, она уже есть, окей, вам нужно топливо, вам нужен какой-то ресурс. Там, взять тузик, взять спиннинги тоже стоят денег, воблеры стоят денег. То есть вам нужно какое-то количество оборудования для того, чтобы на него ловить эту рыбу. Теперь дальше. Возьмем стоимость жизни на лодке. Ну, предположим, там, $5000 в месяц, такая нормальная средняя цена для того, чтобы можно было что-то получить. 5000 в месяц, берем 20 рабочих дней по 8 часов, это получается там $35 за 1 час. Вы едете на рыбалку, это 3 часа, это значит, что $100 дополнительно к оборудованию будет стоить ваше время для того, чтобы половить рыбу. Вы понимаете, насколько это экономически глупо и не имеет смысла вообще рыбалка с точки зрения пропитания. Плюс, опять же, лично я не люблю рыбалку, мне это еще и к тому же не нравится. Вся лодка потом загажена в этой чешуе, которая не отмывается, в этом говне, которое нужно смывать, в крови, еще что-то. Зачем нужно столько усилий и столько действий, чтобы просто съесть 150-200 грамм филе? Поэтому, пожалуйста, в нашем случае не комментируйте по поводу того, почему ты не ловишь рыбу, потому что количество этих комментов огромное. И попытайтесь понять, что в нашем случае это такой стиль жизни, но это обычная жизнь современного человека, хоть она и протекает немножко в других условиях. Примерьте на себя и ответьте, почему же все-таки мы не ловим рыбу.